простой. Но я хочу вам показать не то, как она сидит, а просто как она выглядит, потому что хорошая модель. Вот сколько я ее делала, и каждый раз я убеждаюсь в том, что очень хорошая, очень удобная. Сейчас гляну на себя. Не, ну видно, что она большая, конечно. Вот особенно сзади видно, потому что свобода как раз такая. Рукава длинные, плечи длинные. Но в ней вольготно. Даже вот, понимаете, что мне всегда нравится, это то, что мы все время в движении, ну я, по крайней мере, у кого маленькие дети, так это ж вообще. Мы все время в движении. И вот эти куртки хороши тем, что горлышко у вас закрыто, можно еще делать капюшон, конечно, можно естественно ее видоизменять. Но вот в таком виде у вас закрыто горлышко. Кому-то, вот сегодня ко мне клиентка пришла, попросила делать стоечку на дубленке, но попросила, чтобы головина была поменьше, чтобы вот прижимать горло. Кому-то наоборот кто-то просит, чтобы было вольготно. Но у вас горлышко все равно закрыто. У вас плечи, все на вас сидит, никуда ни назад, ни вперед, никогда эти куртки не разваливаются, потому что они с хорошей выточками груди, поэтому они сидят хорошо. У вас всегда под рукой карманы, и вы можете что-то положить или просто использовать там, ну как минимум перчатки, там телефон вы даже можете положить. Вот я могу даже, у меня не маленький телефон, но я могу спокойно положить его и знать, что он у меня всегда под рукой. Тоже для меховых вещей это не так уж. Вот, что, какое еще достоинство, что самое главное, что вы запаковались, и у вас ничего от ветра не будет ни раскрываться, ни задувать никуда. В то же время вы сели в машину, вы подрастегнулись внизу или вверху, в общем, очень удобно. Я еще использую, у меня такая же куртка, но надо мне ее сейчас уже перешивать, потому что мне шить новую, потому что я ее уже долго ношу, уже